Всем привет! Для сегодняшнего шоу мы решили попробовать две коллаборации. Надеюсь, вам понравится, и нам тоже, чтобы было дымно и вкусно. Сегодня коллаборация табака The Hatters и Daft. Вкус глинтвейн. Второй табак – это Элемент. Коллаборация с кальянным магазином S2B. Вкус малина, грейпфрут, ванила и кола. Первый табак The Hatters мы будем забивать на УПГшке. Второй табак Элемент мы будем забивать на турке. Так, первая чаша готова, табак разогрелся. Это какой у нас сейчас первый? Первый это Daft The Hatters. The Hatters, отлично. Вкус глинтвейн. Слушай, надеюсь, так же охеренно, как и в треке. Ну, это глинтвейн. Прям словно из стаканчика пьешь. Корицы не хватает. Ну, вообще вкусненько. Ну, по запаху так, сладенько, то, что ты сейчас выдыхаешь. Но я пока еще не понимаю, что именно за нота. Хочется уже попробовать. Если хочется, надо пробовать. Так, пробуем. Слушай, это прям... Реально глинтвейн. То есть я все равно, что попил просто из стаканчика. Может, не хватает, я не знаю, сахарка еще или что-нибудь еще, но это офигенно. Это вот реально, как будто я попил глинтвейна. И знаешь, еще такое ощущение, вот я вот затянулся сегодня первый кальян, никотин ударил в голову, и меня как будто вот опьяняет. Как будто он алкогольный был, да? Да, как будто он алкогольный. Ну, раскурился. Слушайте, ну, действительно, если вы хотите попробовать какие-то табаки с такими напитками, попробуйте The Hatters. Вот на примере глинтвейна действительно вкусно. Мы другие вкусы еще, конечно, не проверяли, но это достойно внимания. И стало интересно попробовать и другие. Ну, это вроде как один из топовых, да, вкусов? Да, мы посмотрели специально именно на сайте рейтинг, как другие оценивали. И его оценили лучше всех. Там 4,8 вроде бы было. Дай мне еще попробовать. Давайте сейчас еще за кадр дадим, услышим мнение. Ну что-то глинтвейновое в этом определенно есть. А корицы не хватает. Ну что-то не хватает, да. Какой-то вот специи там не хватает. Знаете, чего на самом деле не хватает? Вкус есть, а ощущение того, что ты смочил именно рот, этого не хватает. Это было бы прям очень круто. Ну как горячий... Глинтвейн, вот это все, да? Да. Ощущение. Вот этого прямо не хватает, а так все. Но если классно. Человек не пьет, то тогда это будет очень хорошим вариантом просто попробовать глинтвейн. Ну, добавить корицы надо все-таки. В голову он дает знак, блядь. Итак, следующий табак это у нас Элемент. Коллаборация S2B со вкусом малины, грейпфрута, ванилы и колы. Слушай, я не очень сильно люблю именно колу, но надеюсь, то, что здесь будут преобладать как раз именно малина и другие именно ромки. А я вот такого очень сильно люблю. Погнали. Давай пробовать. Я вот чувствую колу. Сплошное разочарование. Нет, тут кола не такая сильная. Так. Я немного расстроен из-за этого. Она, кстати, была написана в конце, если не ошибаюсь, по списку. Да. И я предполагаю то, что именно по количеству, именно сколько они добавляли ромки колы, ее должно быть минимум прям. Ну, немножко странный вкус. Вообще, когда в миксе очень много всяких разных ингредиентов, да, да, то очень сложно как-то определить. Какой все. Именно выраженный, да? Да, более выраженный. Там. Но его можно относить как коктейлям, да, каким-то, я думаю. Ну, можно сказать, предысторию, да, небольшую. А, когда мы пришли в магазин, нам именно продавцы посоветовали этот табак, рассказав то, как он появился. Они экспериментировали, сидели вместе сами. И потом у них появился вот такой вот микс, да, который мы сейчас и пробуем. Соответственно, он всем очень понравился. Они пригласили представителей Элемента и решили сделать... Я не помню, сколько там табаков, но там есть фишечка. В том, что можно было выиграть золотой купончик и выиграть набор, там 50 вроде бы других табаков Элемента. Вот, кстати,
Мы распаковывали. У нас был? Нет. Не было? Не Блин, было. Мы не выиграли. Ну, если кто-то выиграл из вас, и вы уже это смотрите, пишите в комментариях. Ну, давай теперь попробую я. Ну, пора. Я тут вас курил, и чувствуется малина. Слушай, мне кажется, ты так увлекся, то, что там ты докурил до колы, и такой, блин, моя любимая кола. Я скурил колу. Скурил колу? Да. Спасибо для тебя. Спасибо. Такой травянистый какой-то вкус, прикольный. Еще, кстати, вот во всех этих миксах, которые есть, да, которые выпускают, иногда кто-то чувствует больше одну нотку, кто-то чувствует больше другую нотку. У тебя что больше ярко выражено? Слушай, я не могу понять именно, что во вкусе. Кола я все-таки немного чувствую, но она здесь не сильная. То есть она как раз-таки где-то на фоне и не перебивает ничего другого. Здесь я чувствую какой-то травянистый вкус, приятный именно, да, и... Я вот заметил то, что все предыдущие табаки, которые мы снимали, да и вообще пробовали с друзьями, везде, где травянистый вкус присутствовал, мне нравилось. То есть этот табак не стал исключением. И, честно сказать, мне его курить приятнее, легче, чем предыдущий, который мы пробовали в коллаборации Daft и The Hatters. Ну, я с тобой согласен, это будет повкуснее. Да. Он вкуснее, чем первый табак. Ну что, ребят, давайте итоги. Давай, первый. Ты, Кирилл, ставишь свои оценки. По итогам. Первый табак, он получился такой какой-то немного странный. Поначалу прям чувствуется глинтвейн, все вкусно, хорошо, но не хватает корицы. Действительно, как будто что-то алкогольное. Но при этом я бы не смог это курить. Я, честно, прям вот сделал несколько тяжек, попробовал. Все здорово, классно, вкусно, но не для меня. Я бы поставил вот чисто своя оценка, там 5 из 10, ну, даже, наверное, 4 из 10, потому что, ну, мне, наверное, не нравится просто такой табак. Хотя по отзывам, да, кто говорил, писал, говорят, что очень вкусно. Если говорить про этот табак, то очень вкусно, приятно курится, достаточно легкий, кстати, дымный, опять же. Ну, мне все нравится, но это, наверное, больше восьмерка, потому что, или даже семерка, потому что я не очень люблю миксы, я больше люблю их сам миксовать. И, кстати, про колу. Если вы любите колу в миксах, но она перебивает постоянно все вкусы, забивайте слоями и желательно колу в самый низ. Тогда она будет как раз-таки на фоне и будет давать вот эту приятную нотку колы. Тебе как? Слушай, ну, я, наверное, соглашусь, то, что этот табак более приятный. Единственное, когда мы уже раскуривали его дальше, то его курить было как-то тяжело. Он сам по себе, нота вот этого глинтвейна, она достаточно тяжелая, и курить ее долго не хочется лично мне. Поэтому я советую, конечно, ее попробовать обязательно, но понравится ли она вам на постоянке, я не знаю. Мне не понравилось. Но зато я могу сказать то, что вот этот табак второй с коллаборацией магазина S2B, он более легкий, приятный. Да, определенно здесь я почувствовал больше какой-то травянистый вкус, слегка, но, слегка колы, но его курить мне определенно легче, то есть я его могу раскурить полностью. Могу, наверное, и завтра условно, да, и через неделю его еще раз забить, покурить. Ну, то есть такие табаки, мне кажется, курятся легче все-таки. Хоть он и микс, я здесь не чувствую все ноты, да, они все сливаются как-то больше в единую, и сложно разобрать какой-то из них, но в целом сочетание такое приятное. Поэтому я бы поставил первому по началу 8 из 10, 100%. Но потом дальше курить стало мне его тяжело, и там, ну, для меня уже где-то 4 или 5, да, из 10. Этот же... Может быть, поначалу, конечно, попроще, то есть он 7, да, то есть он потому что такой, не сказать, что необычный вкус. Но зато потом, я понимаю, то, что его курить дальше так же легко, и вот семерочка, вот я как изначально определил, также она и сохраняется дальше. Да, близко у нас получились мнения по ним. Присылайте, какие еще мы можем попробовать. Нам также уже несколько прислали до этого. Поделимся с вами. Выделитесь своими впечатлениями. Пока-пока. Пока.